Наверное, потому что вкусно кормят. А у вас есть жена или девушка? Ребята, у меня трое детей и жена. Вот. С семейной жизнью, спасибо, все в порядке. Вот такая вот кайфушница. Много времени ушло на то, чтобы она слушалась. Ой, ребят, она уже со мной живет больше 7 лет. Вот. Не 30-40, а 25-30 лет. Нет, у меня трое детей, Стама. Она чита третья. Да, она девочка. Ну что, ребятки, мы вылетели на второе место в топе. Спасибо вам большое за поддержку. Очень приятно.